Недавно я расстался со своей девушкой. И знаете, есть такие парни, которые встречаются с девушкой и говорят, если бы я еще ни с кем не встречался, я бы всех девчонок в округе поимел. А потом они расстаются с девушкой и не могут ни с кем познакомиться. Вот я не такой. Я еще когда встречался с девушкой, знал, что потом ни с кем не смогу познакомиться. Поэтому я сопротивлялся нашему разрыву как мог. Она подошла и сказала, Витя, мы расстаемся, дело не в тебе, дело во мне. Я сказал, Ира, ну я люблю тебя такой, какая ты есть. Витя, ну я тебя не люблю. Ира, моей любви хватит на нас обоих. Ладно, Витя, я все поняла, познакомься, это мой новый парень. Ир, я тебя умоляю. Моей любви хватит на нас троих. Правда, когда со мной знакомится девушка, она знакомится со мной, чтобы дружить. И я не против. Я такой хитрец, который входит в доверие, чтобы потом в нужный момент поддержать подругу. Но я не понимаю парней, которые превращаются в нытиков, которые такие, меня бросила девушка, я не знаю, что мне теперь делать. Я знаю, что делать. Меня бросают не первый раз. Это мои будни. Это мой вторник. Я профессиональный бросаемый. Итак, мальчики, девочки, берем ручки, бумажки и записываем. Итак, сначала делаем музыкальную подборку. Создаем папку «Грусть. Ноябрь 2013». После того, как сделали музыкальную подборку, начинается моя любимая стадия. Она называется «Законный алкоголик». Просто в понедельник в 2 часа дня заходишь в бар и набухиваешься. И никто тебя не осудит. Просто говоришь бармену «Меня бросила девушка», и он все сделает. Так что, парни, если вас бросили, идите в бар и пейте. Потому что нет ничего привлекательнее для девушки, чем парень, который грустит и пьет виски. Я вам клянусь. Самое главное, что когда девушка подойдет к вам и спросит, а почему ты такой грустный, сразу объявите о проблеме. Меня бросила девушка. Другие проблемы девушек не интересуют. Ты не можешь сказать, у меня глушак пробило. И вот вам моя история. Я не помню, как она подошла и о чем мы разговаривали. Я включился на той фразе, на ее фразе, когда она говорит, я богиня в постели. Нет круче фразы, которая бы возвращала тебя к жизни. И вот она говорит, я богиня в постели. И я не нашел ничего другого, как сказать, да ты гонишь. И она начала так возмущаться, она говорит, ты мне не веришь так, что ты делаешь в понедельник, что ты делаешь во вторник. Я сказал, что ты делаешь сейчас. И в этот момент в моей голове маленький Витя просто, зыг!